Елена Натураль из исследов сельской группы, ведущей раскопки на островах. Мы... Нас захватили талицы. Они собрали всех гражданских. Мы кое-что нашли. Это открытие может изменить будущее планеты. Горите, знаете, чем имеете. Эй, Номад, ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судна экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Группа «Хищник», подходим к цели. Ждите зеленого. Ладно, парашюты, маски. После выброски держите со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4... 3, 2, 1. Пошел! До встречи на земле! Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Ну, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за черт? Иди! Номад ранен! Он потерял парашют! Парашют! Чертов парашют! И запасного нет! Держись, парень! Ты над водой! Костюм должен погасить удар! Достаточно энергии. Номад, доложи обстановку! Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка! Всех здесь! Уже на марше! Жоп на земле! Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Ацтек до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи Ацтека. Проверь экран заданий. Thank you.
Осторожен, Номад. Впереди противник. Стэк, как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Номад, давай сюда! Пошли за Ацтеком. Пророк, я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то... Ацтек, ответь! Матре Санктиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Небо! Пророк, помоги! Номад, шут, клему! Живо! Ну, ну! Чё? Что это? Thank you.
Боже! Что же тут случилось? Ты слышал? Не нравится мне это. Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю, но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет, я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт, никогда не привыкну. Адьё, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Что за чертовщина? Включи маскировку. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка.
Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Да. Максимум брони. Номад, из-за этой глушилки мы тут слепые, как котята. Ты у меня попляшешь. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Черт, они вызвали подкрепление. К тебе идут войска противника. Система заработала. Иди на место высадки. Захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Нома, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Понял, пророк.
поступило сообщение, что штаб корейцев находится... на восточном мысу. Ты должен проникнуть туда и собрать сведения об их укреплениях. Передаю координаты. Понял. Достаточно энергии.